приветики, как всегда с вами ваша Аленка. И что может быть лучше, если проснувшись в свой день рождения, ты оказываешься на море? Это просто божественно. Конечно, не верится, что день рождения, но ты осознаешь, что ты вышел на новый уровень своей жизни, на 33-й уровень я вышла. И кайфово. Вы видели в предыдущем видео, мы ездили на рафтинг, на каньон. Такой адреналин и эмоции сегодня мы получаем. Вспоминаю, как вчера было кайфово. Но день рождения с вот таким вот, вот позади меня шикарным видом. Это, мне кажется, может быть самое лучшее. До обеда у нас, ну сейчас вот 11 часов было пасмурно. Я помолилась всем солнечным богам, чтобы в мой день рождения тучи разошлись, и вуаля, солнце появилось. В море поначалу кажется, заходишь прохладным, но когда начинаешь плыть, и вода просто божественная. Вы, ну, это не передать словами. Июнь месяц, это тот месяц, который стоит ехать за комфортной погодой. Еще не жарко, но море уже комфортное, купаться можно. И вот в октябре еще топчик. Не жарко. Ну, кто любит жару, конечно, да. Немножечко вчера мы подгорели на рафтинге. Немножечко, ну, нормально. Сегодня мы мажемся маслечком, защитным кремом. И будем сегодня целый день чилить, загорать, купаться. Обещали в номере поставить винчик и фрукты в честь дня рождения. Ну, если поставят, я вам это обязательно засниму. Ну, сегодня у нас день релакса. Что будет дальше, вы увидите. А мы пойдем дальше загорать и купаться, наслаждаться этими прекрасными видами. Начинаем потихонечку отмечать мой день рождения, праздничный ужин. Если брать с собой коктейли, то наливать вот таких вот пивные стаканчики пластиковые. Но мне кажется, вид шикарный. Будем трапезничать. Что мы отобедали, выкупались и сейчас хотим посидеть на нашем ресепшене в корпусе Теодора. Посидеть мне нужно попринимать поздравления на телефон, все-таки у меня день рождения, и уже до того, как Аня купалась, я сидела на ресепшене, принимала поздравления. Сейчас я выкупалась и немножечко посидим на ресепшене, попринимаем поздравления и пойдем дальше, наверное, чилить, загорать на пляже. Все-таки что-то мы загораем, но никак на этой, на коже не отражается, так что дальше будет больше. Не зря я молилась солнечным богам. Солнышко выглянуло, тучки рассеялись.
И мы начинаем наш алкотур в честь моего дня рождения. Вот таким вот от прекрасным видом. В общем, на что там баре возле пляжа, снэк-бар, вот такая вот пицца. А что там, картошка фри, да, была? Не было, только пиццу одну делают, ну прикольно, с пивасом. Как видите, на столе только наш хлам, а обещанной к дню рождения бутылки вина с фруктами нет. Нет, только один, ну одна наша косметика. Не знаю, стоит ли идти на ресепшн и выяснять, хотя guest relation обещала к дню рождения бутылку вина и фрукты в номер. Как-то так. На территории находятся вот такие вот деревья. Оказывается, это оливковое дерево. И вот оливки как красиво висят, растут. Интересно. Вот такие вот зеленые, то ли мандарины, то ли апельсины, но они еще зеленые. Мы были в поисках. Somebody give me inspiration, but I'm on the road to Paris. I'm still a soldier. Still, I'm a warrior. My destiny, you're.